Hi guys, what's going on? I don't really feel like going outside at the moment. I'm actually in the UK and came back for a while, spent some time with my family. What I've decided to do is I'm going to show you a series of videos. This can be the first one of me on Russian TV. This one I think was about 2012, so about 8 years ago when I used to run an international language school that I set up in conjunction with and Nottingham University. So I hope you enjoy this little TV show. So this is a program where a lady meets different people from around the town and they prepare food together and they have a chat about what they're doing or, you know, so have a look at it, see what you think. I'm sure you will enjoy it. And the lady who made the program, Sasha, she's really amazing. We ended up being good friends. Меня зовут Сам, я живу в Владимире уже более 10 лет. Я вообще-то не скучаю по дому, но все равно я хотел принести что-то в Владимир, для владимирских людей, кусочек маленький Англии. Мы сейчас находимся в британском доме, а вы уже, наверное, видели наш Red автобус, который скоро будет кататься по городу. Сейчас праздник Хэллоуин. Здесь будет мечать Хэллоуин по-английски. Это совсем другое, чем по-американски. Здесь будет очень весело. Я уже начал готовить. А ко мне сейчас приедут гости. Welcome. Ой, привет. Мы попросили Сэма приготовить что-то очень-очень английское. Пока еще не знаю, что это будет. Сэм, что ты готовишь для нас? Что ты придумал? По-английски называется cauliflower cheese. То есть это цветная капуста с сыром? Да, вот именно так. Моя мама очень любит это готовить. Британское меню. Какие основные блюда? У нас уже кухня стала вообще-то международной. Самое популярное блюдо в Англии сейчас это карри. Карри? Карри. Это индийское блюдо. Да, мы типа принесли карри из Индии и начинал готовить в Англии. Вот. Сейчас что ты готовишь? Моя помощь нужна? Да, да, да. Помоги, помоги. Если цитировать Сомерсета Моэма, то он сказал, если вы хотите есть вкусно в Британии, завтракайте 3 раза в день. Что ты думаешь о чем? Английский завтрак очень вкусный. Очень-очень вкусный. Очень. А все остальное несъедобное? Это опасно для здоровья, если буду вот такой блюдо кушать 3 раза в день. Потому что там много бекона жареного. Бекон и масло, и да, вот. Лучше поридж. Поридж, каша. Но если все-таки возвращаться к традиционным блюдам британским, вот мне больше на ум ничего не приходит. Это вот пудинг, наверное, afternoon tea. Afternoon tea? Ну, у нас пьют чай. У нас пьют чай постоянно. Вот, чай. Чай с молоком. Даже не надо спрашивать, молоко будет или нет. Всегда молоко. Ты куда пошел? Я пошел сюда. Это наш помощник, который делает нам горячий чай. Следующий этап – надо добывать сыр. Сыр какой? Тоже английский? Да, это чеддер. Это чеддер, настоящий английский чеддер. Мы сегодня всю программу говорим о тыкве. Угу. Вот в вашей стране тыква – это только атрибут праздника, когда рожица вырезается, или вы все-таки ее как-то тоже готовите? Это что, это желтый, он же… Тыква, пампкин. Да, пампкин. Бывает, есть много интересных блюд, которые я не знаю, потому что я не повар. Но я помню, что мама раньше готовила разные блюда. А вообще исконно Хэллоуин – это кельтский, по-моему, праздник. Я могу сказать, именно тыква – это начинала в Хэллоуин использовать. И именно ирландцы использовали это для света. Американцы свет украли. Как это они украли сейчас нефть и поменяли, как они поменяют государство, которое они любят. Ты, Владимир, сам где питаешься? В ресторанах, фастфуд или, может быть, дома, домашней кухне? Я люблю дома готовить. А ты жена? Нет. Как-то такой вот заметный во всех смыслах жених или жена? Временно любовь нет. Помидорки сверху, зелень. Зелень потом? Потом, да? Так, окей. Угу. Что, теперь в духовку? Да. Ух ты, у вас еще и кис это имеется. Ксюша. Почему у нее русское имя? Ну, я не знал вообще человек, девушка, который называет Ксюша. Потом я взял Ксюшу из улицы и познакомился очень много девушек, которые зовут Ксюша.
Cauliflower cheese или цветная капуста под сырной шубой. Отварите соцветие цветной капусты в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и приготовьте соус. На сковородке растопите сливочное масло, добавьте 2 столовые ложки муки и, постоянно помешивая, введите сливки. Доведите массу до однородного состояния. Затем добавьте к ней мелко порезанный сыр чеддер и дайте ему расплавиться. В глубокую сковородку выложите сначала цветную капусту, затем полейте ее получившимся соусом, сверху уложите тонкие слайсы сыра и помидоров. Запекайте в духовке около 20 минут, а затем подавайте, приправив свежей зеленью. Кажется, готово. Давай посмотрим, мне кажется, что получилось. Да, давайте. Ну что, похоже это на блюдо, которое мама тебе готовила? Если честно, нет, но... Не похоже? Это типа наш вариант, можно сказать. Совместное творчество. У нас по-английски говорят «enjoy your meal».